Конфетки! Петручо, по-моему, мы заблудились. Чуть не укусила. Всем привет, ребята! Ну, и где рассказы о твоих приключениях? А где мои 200 тысяч лайков? Нету. Отож, жарко. Дай мороженое. Да на. Чё это? Это такое мороженое. Сплошная бутафория. А чё? По-моему, прикольная мочалочка. Необычная. О, есть идея. Ёмкость. Аккуратненько крышечку открутим и выльем приблизительно 500 грамм. Ребята, это жирные сливки, и их нужно взбить. Раз. О, работает. Петручо, по-моему, мы заблудились. Да не бойся ты, я и сам немного опасаюсь. Ладно, будем искать съестное. Это дуб. Под ним водятся желуди и дикие кабаны, которые едят эти желуди. О, а вот там сосновый бор. И ягоды. Сейчас поедим. Ребята, готово. Сгущенка. Сейчас я ее открою. Вот. И полбаночки вылью к сливкам, одновременно помешивая. А это? Что это у нас тут? Непонятно. Готово. Сейчас я сделаю мороженое сэндвич. Немного отрежу. И с другой стороны. Вот форма и не помещается. Ладно, подрежем. Вот так вот. Все поместилось. О, шоколадом пахнет. Что тут? Мед. А это кто? Шоколадный дядька. Сверху сливки со сгущенкой. Утрусим. И еще один слой вафли. Мороженое готово. О, а это что такое? Мороженое. Я хочу медведя. Такого? Больше. Вот. Еще больше. Такой? Еще больше. Да ты совсем уже? Попа слипнется. Ладно, ладно, ладно. Я тебе еще припомню. Это мороженое уберу пока в морозилку. Паровая баня, немножко шоколада, вот. А где же этот Валера? Конфеты прячет. О, собачка. Привет. Она дикая, чуть не укусила. Все, пойду конфеты искать. Шоколад растаял, можно начинать. Текс, нужно слегка смазать форму шоколадом. Ягода вкусная, свежая, прям с куста. Фу! Гадость какая! Теперь сделаю прорезь для нашей палки. Ага, готово. Зальем нашу смесь мороженого. Утрамбуем и в холодильник часика на два. Готово. Сверху нужно еще один тоненький слой шоколада. Вот. И опять в морозилку. А тут от чего? Конфетки! Ого! Это джекпот! Чипик, ты что, с полки упал? Сейчас я тебе помогу. Хорошая собака! Ребята, кто тоже любит чипа, жмите лайк. Итак, посмотрим, что у нас получилось. Вытрусим наше мороженое. Вот, и разрежем его на кусочки. Самый большой я возьму для себя. Получилось очень похоже. И теперь мороженое медведь. Аккуратненько. Ой, лапку сломал. Так, аккуратненько, аккуратненько его расчехлю. Ну, немного поломался, но зато он очень классный. О, этот медведик для меня. Нет, этот медведик для нас. Для тебя, меня и Валеры. Да где он? Нету его. Петручо, ты знаешь, мы все-таки заблудились. Ау! Медведи! Тьфу ты! Люди! Спасите! Ладно, тогда этот кусочек мне.